обозначившихся в ответном системе образования Республики Алтай и увлечены государственными и государственными наградами. Анна Сарапова, Андрей Бурьянский, Вести Алтай. Основной этап раздачи ИГЭ позади, уже заслуживали результаты. Мать летает еще 6 лет, решил связать свою жизнь с профессией юриста. Выпускник РГ принимает активное участие в олимпиадах по профильным предметам, среди лечения, плавания и шахматы. Экзамен готовился тщательно, говорит, самое сложное было справиться с волнением. Я считаю, что задание было выполнено, но все-таки мне показалось немного сложным, и я проблем с заданием не возникло и ударом. Сегодня она также активная участница олимпиады конкурса различного уровня. Ее портфолио начнет отправлять 150 похвальных листов, почетных грамм и благодарственных писем. 46 раз она занимала и заканчивала олимпиады, почти 90 раз конкурса. Заметить олимпиады не помешало девушке успешно осваивать школу предметы. В старших классах определилась в профессии, когда документ решила два медицинских вуза в Томске и Санкт-Петербург. Подгоняют и направление экологии. Благо защита дает возможность выбрать понравившиеся места обучения. Сейчас Зара и Аманы все остальные выпускники 2017 года с нетерпением ждут результатов по русскому языку, надеясь при этом на хорошие результаты. И чем выше баллов, тем больше шансов поступить в самые престижные вузы страны. На сегодняшний день это будет университетская баня Хабор. По сравнению с прошлым годом получили результаты по математике, информатике и географии. В целом, основная баллов не только прошла в рабочем режиме, но и высокая организационная уровня. Это совсем нормальный уровень, если произошли на Берлинске, если и Алтай. Вот сейчас уже на YouTube идет трансляция, сейчас уже будет на нашем новом в Одноклассниках. После этого у нас в студии этот сигнал берут только другой, и у нас будет портальный. Потом мы вам еще ссылочку дадим. Скажите, пожалуйста. Мы считаем, что данные вложили наиболее позитивный, перспективный поток, чтобы конкуренции увеличили качество самого образования, что и образовательный момент, который обеспечивается на нашем образовании, но в том случае мы хотим, собственно, я сейчас не зафиксировал. Комиссии в
свою очередь, рассказали о предварительных результатах сдачи выплат ответных предметов на месяц продолжения. В сравнении с прошлым годом количество образовательных высокопроизводительных работ 270. Снизилось количество неудовлетворительных результатов по географии в армейском жизни. Пресс-конференция приняла участие 4 выпускника, в том числе и тем, которым удалось написать русский язык на 100 баллов. И он здесь является 319 классификации. Thank you.
Вся Русь без края и конца, и каждый твердо величает сей символ гордостью венца. Пускай жиреет он беспечно, храня родную страну, а мы с признательностью вечной не раз поклонимся ему. Мы приветствуем всех, кто с достоинством и гордостью носит имя «Россиянин». Граждан большой и самой красивой страны. Все мы сегодня участники праздника, посвященного Дню государственного флага Российской Федерации. Яхшы барба Алтай Республиканың эли жоны. Оронысың манызы, бисің оморхоғон кризис. День 22 августа необычный. В 1991 году Верховный Совет Российской Федерации постановил считать трехполосное знамя официальным национальным флагом России. В этот же день было постановлено считать 22 августа днем государственного флага Российской Федерации.
Красный флаг означает единство страны и его независимость от других государств. Герб и флаг страны созданы в соответствии со строгими правилами и имеют общую символику, которая олицетворяет красоту и справедливость, победу добра над злом. Цвету флага придается особый смысл. Белый цвет означает мир и чистоту совести. Синий – небо, верность и правда. Красный – огонь и отвагу. Сегодня жители города Горно-Алтайска приняли участие в традиционной акции партии «Единая Россия» «Триколор». На горе Тугая размещено полотнище флага Российской Федерации. Вокальный ансамбль пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай «Форпост». Ветры, тревог и неверия царства. В этом
флагом живет и развивается новая Россия, которую мы с вами любим, строим, в которой будут жить наши дети и внуки. Флаг – символ славы многих поколений россиян. Он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия, культурные и спортивные достижения. Жители Республики Алтай вносят достойный вклад в укрепление могущества России, сохраняя и приумножая ее богатство. Маныбыстя елзын, албаты тену аналутын деди, писты ичкере апарзын. Вас поздравляет Виктор Молчинов, Бань Топшу. Выражает дух народа, символизирует его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День российского флага.
это один из самых молодых праздников современной России. День государственного флага, праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. С праздником вас поздравляет Арина Веревкина.